Привет, друзья! Сегодня мы рисуем гуашью. Гамма Раша. Меня зовут Ваня, я рисую на канале Рыбакит. Сегодня у нас субботник, и мы рисуем на тему масленицы. Большой-большой самовар. Рисую гуашью на белом листе бумаги. Рисуем гуашью гамма-мультики. Классная гуашь, то, что тебе нужно. 12 цветов. Мочим кисточку, и лучше взять плоскую кисточку, для того, чтобы она прям отлично легла, гуашь и плоская кисточку. На какой бумаге рисуете? Я рисую на самой обычной бумаге. Офисная бумага, я не знаю сколько грамм, но это самая обычная бумага. У меня пачка большая, беру и рисую всегда, почти всегда. Если я рисую на чем-то необычном, я всегда предупреждаю. Рисуем самовар. Начнем с желтого. Мне хочется нарисовать огромный самовар, но чтобы еще сверху и чайник поместился. Так что давай чайник, тоже оставим место для чайника. Нарисуем большой желтый круг. Приятно на масленицу рисовать самовар. Приятно на масленицу пить чай с блинами и лопать конфетки до бублики. Нарисуем самовар. Вот такой у нас самовар. Очень легко. Мы просто желтой гуашью замазали. Теперь рисуем ему ножку, подставку. Подставочка вот такая будет. А сверху у него корона. Вот так корону рисуем. Раз, раздвинули корону, да, а теперь сюда идет. Здесь чайничек будет. Чайничек я хочу голубой сделать, чтобы он отличался от самовара чем-то по цвету, да. У самовара есть ручки, чем держать. И мы вот рисуем две ручки. Одна ручка, вторая ручка. Нарисовали. Ага. Здесь можно его потолще нарисовать. Прям, может, пожирнее, потолще самоварчик. Приятно, приятно. Горячий. Сейчас мы будем его делать горячий. Пока он у нас желтенький, простой. Теперь начинаем ножку ставить. Вот так, ножку ставим. Ножку. А теперь ножка расходится на 4 ножки. Подставочка, а у него 4 ножки. А на нем самовар сидит и товарищем кричит. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Что-то там, и в трубу, бу-бу-бу. Уходите, спасайтесь. А давайте блины с икрой нарисуем. Я уже пробовал. Мне кажется, икру лучше есть, чем рисовать. Нарисовали желтым? Здорово. Теперь берем оранжевый цвет, макнем, но не очень сильно много. Так, макни немножко, чтобы кисточка была чуть запачкана оранжевым цветом. Перед этим смой кисточку хорошо, да? И мазнем вот так. Раз. Мазнул. И не старайся сейчас кисточку еще куда-то мазать. Просто мазнул и остановился. Мазнул и остановился. Мазнул и остановился. Мазнул, 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 мазнул. Одно и то же говоришь и делаешь одно и то же. Самое делаешь, делаешь, делаешь. Твой самовар остается желтым, но при этом он оранжевый. Он начинает блестеть, ярко гореть. Такой приятный самоварчик. Повторите, пожалуйста, барышню. Барышня, здорово. Она будет сохранена, у нас на Ютубе появится. Рыбакит попрессует через некоторое время, через полчасика я залью после окончания стрима. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, почему-то я не вижу сейчас ни одной сторис от вас. Что жалко, потому что я хочу нарисовать по вашей просьбе еще какой-то рисунок в конце стрима и посмотреть. Или что-то не удается мне обновить. Нет, вроде бы обновляется. 4 минуты назад нету пока что рисунков от вас. Быстро, слишком быстро заикается. Вероятно, мой телефон разогрелся. И мне придется ставить сейчас на паузу через какое-то время, чтобы его отдохнуть. Заикается. Давайте тогда заканчивать с нашим самоваром. Желтым нарисовали. Здорово. Оранжевым добавили. Здорово. Дальше что? Теперь голубой цвет чайничка. Смотри, как я делаю голубой. Я беру белило и мажу такой вот кружочек белилами. Голубой трудно сделать для ребят. Смотрите, белилами намазал. А теперь беру и капельку добавляю синенького. Совсем маленькую капельку. И размазываю. Получается голубой чайник. Здесь вот так вот у него носик ставим. Если чуть мало, чуть добавь больше и размазывай. Старайся размазывать, и получается такой светло-голубой цвет. Немножко добавляешь, и вот у нас чайничек голубой стоит на самоваре. Зачем чайник стоит на самоваре? Я никогда не думал об этом. А потом мне уже в детстве рассказали, что он же греется, самовар горячий, он разогревает чайник, и чайничек всегда горячий, это очень приятно. Здесь кипяточек, а здесь чайничек.
заварочка. А фон? Фон у нас белый. И зачастую я оставляю белый фон, потому что ребятам сложно нарисовать фон сразу. Мы не художники, мы учимся рисовать. И сейчас у нас задание нарисовать круг желтым цветом. Это уже сложно для многих ребят. И надо это выполнить, это уже творчество. Дальше мы научимся делать фоны, но сейчас это не нужно делать фоны. И я зачастую рисую на белом фоне, так и оставляю белый фон. Я считаю это правильно, потому что если бы я сейчас делал фон каким-то фоном закрывал или сейчас начал закрашивать, это сложно, ребята с этим не справятся. Нужно как-то попроще. Давай теперь поставим на стол чайник. Не чайник, а наш самовар поставим на стол. Нарисуем стол светло-коричневым. Теперь мазнем коричневым и нарисуем темно-коричневым. И у нас самовар сразу становится на стол. Крепко стоит. А теперь нужно нам нарисовать, как он льет воду. Вот он обычно это здесь, краник такой, как будто мы рукомойник, может быть. И я его сейчас разверну вот отсюда, вот сюда, чтобы тебе было видно. Вот так он отходит, вот сюда. Я его рисую коричневым, вот такой вот он сюда идет. Теперь идет вниз, и вот такой краник. Можно взять тоненькую кисточку, потоньше кисточку, и, например, оранжевым его довести вот так вот, раз, вот оно, вот так идет. Коричнево-оранжевый у меня получается, да? Здесь у нас такой краник. Краник мы сделаем оранжевый. Так, раз и два. Открываешь, а здесь уже вода льется. Вот такой у нас самовар получается. Возьмем оранжевого цвета и поставим точки на нашем самоваре. Украшения маленькие, но приятные украшения. Сделаем точечки. Можно взять и красный тоже. Здесь можно добавить коричневый. Ручки-то у него деревянные, чтобы не обжечься, когда держишь. Что пишут, я пока не могу читать. Так, нарисовали. Что еще у нас с самоваром есть классного? Такого, что мне хочется нарисовать. Мне хочется нарисовать такую маленькую капельку здесь, как будто он капает. Пи-ди-дим! Капельку маленькую. А на чайнике он у нас такой голубой получился. Очень классный, но все-таки мне хочется нарисовать красные пятна. Он у нас получится почти белый с красными пятнами. Это будет необычно. И это сложно для ребят уже будет сделать. Но я думаю, у тебя получится, если ты рисуешь гуашью. Как раз гуашью мы можем ляпать по синему и красным. И он хорошо будет ложиться. Вот такой у нас получился самоварчик. Обведем красненьким. Все готово. Все такое вот у нас прикольное. Что еще можно нарисовать? Я думаю, можно нарисовать блики. Самовар классный, но без бликов, без ярких бликов белых, он не будет блестеть ярко. А у нас масленица, большая, широкая масленица, и мы блики нарисуем. Кое-где блеснет наш самовар. Вот так вот. Он горит и ярко угощает чаем. Обязательно смывай кисточки до конца. Сейчас я уже... Давайте нарисуем А4. Где-то я это слышал. Чашку добавим. Да, чашку лучше добавить. Давайте чашку все-таки добавим. Я думаю, что может быть синенькую и такую очень простую. Вот здесь вот большая чашечка будет стоять. Я думаю, можно. А здесь небольшая чашечка тоже будет стоять. Маленькую чашечку. Хотя она совсем маленькая, но все-таки добавим чашечку. Думаю, здорово. Чашечка — это хорошая идея. Это обязательно нужно добавить. Здесь можно баранки нарисовать. Знаете, что такое баранки? Баранки. Нарисуем баранки и, наверное, останавливаемся. Приостанавливаем наш запись сейчас. У нас есть несколько минут, чтобы продолжить. Если вы что-то нарисовали, поделитесь, сделайте сторис, и я вас добавлю к нам на страничку Гамми. И сейчас же я буду проводить конкурс и с вами рисовать для вас по просьбам. Сегодня мы порисовали на тему «Как красиво». Просто красиво. И если не спеша это делать, а сегодня я не то что сильно спешил, можно ставить на паузу, если вы находитесь где-то в пути. И если вы смотрите YouTube, через некоторое время, через часик, это все появится на YouTube. Я уже сделала. Тогда делай сторис. Я не вижу сейчас твоего сторис. Почему-то, наверное, после приостановки моего эфира я смогу посмотреть ваши сторис. Всем хорошего дня. Я никуда не ухожу. Ставлю на паузу и возвращаюсь через минут, может быть,